Давайте предложим Игорю Додону обратиться с правой репликой на ГРТ. Если они будут, ГРТ откажет, тогда он пойдет дальше. И посоветовать ГРТ, как быть сейчас очень внимательно, потому что сейчас начнется предвыборная кампания. Уже началось. Ну, с 1 октября. Чтобы они были внимательны, чтобы не было никаких провокаций. Все. Господином Додоном, в конце концов, материал был украден. Это авторское право нашей кампании. Как появился оригинал в таком случае, который он предоставил? Он подставил даже коллектив. Это вам надо выговор дать за это. Вот, а вы можете определить, кто это сделал? Так это ваше дело. Я буду пытаться...